печенье. Кажется, уж у этого рода выпечки все на поверхности. То есть с историей нет никаких вопросов. Один из древнейших кулинарных жанров. В новейшие времена минимум новаций. Зачем усовершенствовать совершенное, изобретать велосипед и так далее и тому подобное? А нет. И сейчас найдется о чем поговорить. Здравствуйте, дорогие друзья. Рассказываем о печенье с шоколадной крошкой. И оно старо как мир, влиять на стереотипы, развенчивать мифы, как всегда, очень просто с позиции обыкновенного любопытства. Оказывается, еще в начале прошлого века о печенье с шоколадной крошкой никто и не слышал. Увидело оно свет лишь благодаря чистой случайности. Но уже в конце века, в 1997 году, штат Массачусетс выбрал печенье с шоколадной крошкой своим официальным блюдом, визитной карточкой. Более того, 1/4 всего печенья, выпекаемого в Америке на сегодняшний день, это печенье с шоколадной крошкой. Как же все произошло? Хозяйка отеля Tool House, одного из небольших городов Массачусетса, Рут Уэйкфилд, однажды собралась приготовить любимое шоколадное печенье, но не обнаружила всех необходимых ингредиентов. В частности, не нашлось ни то какао, ни то кулинарного шоколада. Есть и та, и другая версия. Рут покрошила в тесто обычную шоколадку, думая, что та растает. Но, к ее большому удивлению, полностью в тесте шоколадные вкрапления не растаяли, лишь стали мягче и менее четко оформленными. Так лакомство изменилось и внешне, и на вкус. Так, по воле случая, появились первые печеньки с шоколадной крошкой. А что получилось у нас из этой такой небольшой реконструкции этого события? Сейчас посмотрим. Печенье с шоколадной крошкой. Мягкое сливочное масло соединить с сахарным песком. Добавить яйцо, муку с разрыхлителем, кусочки шоколада. Тесто убрать в холодильник на час. Сформировать печеньки. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 30 минут. Приятного аппетита! И пусть на вкус и цвет товарищей нет, зато есть рецепты, которые можно подружить с тем, что вкусно и красиво, что называется, в каждом индивидуальном представлении. В нашем нынешнем можно использовать любые любимые специи или глазурь, или формочки для фигурного печенья. Словом, все в ваших руках. И все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Удачи!